как человек от объекта перейти на 55? У нас там Олега Чекамирова, простые фигуры. Олега, если я не ошибаюсь, тут прекрасный человек. И это у вас акварел. Как получим, когда я выступила, ну, это песня. Такие очень легкие, очень... Но они не только весенние, они весенние, летние. Тут я думаю, что как-то бы я хотя могу ошибаться. Ну, да, правда. Ну, и Ладин остров, вот такие питерские вариантики. Вообще, это очень маленькие акварели. Я думаю, они могут попутные планы. Они могут быть, ну, охотно куплены, какими-то такими, как бы, интересно. Такие легкие, приятные очень. Если уж осень немножко иметь, или такая весна ранняя, да, ранняя весна. Внезапный свет, ну, какие-то пыльчатые названия. Может, автор к поэзии отношения имеет. Тут, собственно говоря, Павловск. Да. Ну, я не знаю, как это смотреть проще. Это много слов, не очень хочется высказывать. Такое все оно очень приятное все. Ну и календаря там можно приобрести, если есть такое желание. Там есть какие-то, ну, как бы, там же, нет, ну там же, они же, получается, все сдается в аренду. Да, получается, да, они же выставки делают, ну, типа, общественные остались, вот эти коридорчики, да? Да, да, но я имею в виду, что... Алло? Плюс можно. Там же старая чекарочка наверху. Да, прекрасно.